Дисклеймер. Данный формат видеоролика был взят с канала Макс Мош или Пятачок. Поэтому не пишите в комментариях, что я плагиат. Приятного просмотра. Каждый родитель такой. Папа, дай, пожалуйста, денег, я хочу в магазин купить, короче, я хочу сходить в магазин купить чип. Не, ну, сын, у меня правда нету денег, я тебе серьезно говорю, это прям чистая правда. Мама скоро придет, а мне рассказать про твою работу. Ладно, ладно, сын, я понял про твой намек. Вот. Достаточно? Да, конечно. Я могу купить себе не только чипс. Каждый родитель такой. Хм, мама спит. Надо вести себя потише. Сына спит. Чем же можно заняться? О! Только мы на воде переплетались тени женщины и мужчин. Пахло, как орхидея, тело твое в ночи. И в темноте сказал я: завтра я улечу. Каждый родитель такой. Мам, дай денег, я хочу купить печенье. Что, сына? Ничего. Каждый родитель такой. Так, пожалуй, поиграем в зомби-цунами. Так, давай. Нет, не надо. Сына, иди сюда. Ну зачем? Надо. Ну зачем? Надо. Ну зачем, блин? Надо. Иду. Ну зачем я тебе, ну? Короче. Поднеси штаны на другой край кресла. Ты, ну ты что, сама не могла? Надо тебе это. Ран, Вася, ран! Ран, Вася, ран! Не оставь шанса мусорам! Ран, ран, Вася, ран! Ран, Вася, ран! Не оставь шанса мусорам! Ран, ран, Вася, ран! Каждый родитель такой. Пожалуйста, принеси свой дневник, я посмотрю твои оценки. Хорошо, мам. Вот, мамочка, бери. Итак, у тебя 1 010 000, 125 восьмерок, 2 семерки. И 1 пятерка. Нет! Каждый родитель такой. Мама, можно погулять? Пойди и спроси у папы, лишь бы от меня отцепился. Папа, можно погулять? Сынок, иди спроси у мамы, лишь бы от меня отцепился. Каждый родитель такой. И всем привет! Я надеюсь, вам понравился мой видео Вайн. Надеюсь, вы слышали дисклеймер и не будете писать в комментариях, что я плагиат. Ну так вот, я надеюсь, вам он понравился. И вы поставите крепкий лайк. И подпишитесь на мой канал. Потому что видео я делал долго, потому что было очень много неудачных кадров. Но я их не буду выкладывать, потому что они слишком идиотские. Ну, вот. И я стараюсь над роликом, поэтому, наверное, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Ну что ж, всем удачи, всем пока, удачного дня. И с 1 апреля.